их разбираем, минут 5. А потом у нас будет за кадром текст, что каждое утро, 8:30 утра, учителя собираются. Понял? Алёшенька, ты меня слышишь? Да. Ты меня там не стирай. Я потом хочу это вот слава, слава, аллилуйя, слава, слава, аллилуйя, слава.
Итак, когда я написал вам письмо, то сделал это не только ради согрешившего или его жертвы, но чтобы сами вы могли перед Богом увидеть, как ревностно вы преданы нам. Вот что нас утешило. Но к собственному нашему утешению прибавилась еще большая радость видеть, как счастлив Тит, которого все вы успокоили. Ведь если я перед ним и хвалился вами, то это не обернулось для меня посрамлением, напротив. Возможности приезжать. Вот. Мы надеемся, что у нас появится возможность сделать записи вечерних служений, чтобы какая-то аудиотека была, и вы могли брать дома слушать. Для этой цели мы подарили так в конференции сзади. Вот. То есть, знаете его, подходите, берите для себя. Также сегодня большая просьба к вам, членам общины, задержаться несколько минут после служения. Мы хотели бы дать информацию вам о женском отделе и некоторую информацию о нашей деятельности как церкви для этого мира. Также буклеты, которые у нас есть, мы готовы вам предоставить их. Единственная просьба, чтобы буклеты мы будем давать по фамилии. То есть вы фамилию пишете свою и пишете, сколько вы взяли штук, чтобы они не пропадали просто. Вместе мы откроем Библии страницы, вместе мы увидим истины зарницы, вместе мы в молитве Господа прославим, и Христос Спаситель будет вечно с нами. А что тяжелее, между супругами или между человеком и Богом? Человеком и Богом. Да, вы знаете, многие семьи держатся, знаете, на чем? На просто долги. Да, я решился на этот шаг, значит, я уже буду до конца верен, да? И человек уже, хотя уже дома никаких чувств нет, никакой близости нет, но люди просто остаются друг другу верны. Такое возможно в отношениях между человеком и Богом? Возможно. Библия говорит о множестве формальных христиан, да, которые имеют что? Вид благочестия, то есть связи с Господом, того завета, но силы, заключающиеся именно в любви, они не имеют. Я хочу вам сказать, что и в семейном завете трудно быть, да, поддерживать его, и в божественном завете, если нет глубоко в сердце человеческом божественной любви. Ходил. Со сцены спросить. Кто ходил по этому кварталу? Нет? Никто все не ходил? Пришли, понимаю, все, ходил. Значит, Саша, вот эти вот этот и вот этот замок. Нет, ты еще в своей книжке видел. Скажи. А помнишь, что